Чего? Здрасте. А я заболела очень сильно. Привет, как дела? У меня дела хорошо. Я заболела, правда. У меня вчера такая температура была, и меня так трясло, и мне до сих пор очень холодно, прям холодно-холодно. Я вот только встала, напилась таблеток всяких. И сегодня мне лучше, потому что вчера мне так холодно было, так кости ломило, и как я столько всего на себя надела, но мне ничего не помогло. А сегодня мне уже жарко было. Я думаю, блин, так хорошо, когда жарко. Потому что, ну, хотя прям чересчур было жарко, но все равно это лучше, чем холодно. Потому что когда холодно, что не оденешь, все равно холодно. Привет, что я сегодня поела? Так, я сегодня ничего не ела, я еще ела малину, потом чай с малиной и трафлю все. А больше ничего. Штаны надеть. Ну да, кстати, в штанах это просто сейчас так заткнула, вообще в штанах. Так, кто вы познакомились, очень красиво. Спасибо, я грузинка. Тата, не хотела сменить прическу кардинально, например, каре. Ну, кстати, вот что-то вчера ночью об этом думала, но нет, навряд. У тебя есть час ухажер? Ну да. Есть ухажеры. Пей, пей, пей много воды. Ну, ты прям как китаянка же, когда болеешь, сразу говорят, надо пить много воды, пить, пить, пить. Ну да, он уже как бы выводит. Надо кушать, Таточка, особенно когда болеешь. Ну, может, да. Артема выражает, но желаю ей легких родов. Чтобы все прошло легко и гладко. Чем сейчас занимаешься? Если честно, ничего, да, я спит. Ну, все спит, но она только недавно встала. Смотри, когда я просто проснулась, еще не накрасилась. Это, кстати, всем, кто говорил, что как я выгляжу без макияжа. Вот, у меня вообще сейчас нет макияжа. Губы только чуть-чуть подкрасила. Мелкая спустя, он бегает. Да, мам, хочешь, мам подует? Давай. Так, о, когда песни сяду? Кстати, сяду у нас совсем скоро песни, мне надо еще там кусок переделать. Вообще должна была быть 17 числа, но мы ее перенесли на 2 число. И сегодня мне надо еще куплет перепеть. Не знаю, сегодня или нет. Надо позвонить на студию, узнать. Прими, тата. Давай, сыночек, сейчас. Своим сыночком вас познакомлю. Так. Гамарджо. О, это не мой сыночек. Это папа. Это друг моего сыночка. Как дела? Ты нормально, ты школу прогуливаешься? Мия! Мой хорошенький Вазик, почему ты там сидишь вдалеке? А? Что ты там сидишь глубоко, далеко? Потому что Малик меня отодвинул. Что, как день в школе прошел? А, еще не прошел. Парень прогуливает. Парень прогуливает. Его надо обратно, засунь его обратно. Базарина. А почему у нас экран такой маленький? Ты же не будешь школу прогуливать, Дедико? Пошутил бы, не будет. А ты видел, как она у меня упала, представляешь, самолет? Ты не показывай ребенка Малику, они, дети Малика боятся. Выздоравливай. О, Оскар. Вася, привет, мой хороший. Пропавший тип, да, тоже появился. Он никуда не работает. Вася у нас теперь работает. Робер Хар. Да, Вася? Все, горы уже гулять. Фига себе, говорит, слышишь, слышишь, что пишет? Фига себе, говорит, какой бородатый школяр. Нет, я не школьник, если что, школяр. Вот что пишет.
Я на связи. Оскар, ты не на связи. Фига себе, горит, как вы бородатый коляр. Не, вот школа, да. Где он? Ты чё, ты где? Ты где? А? Что будете делать? Сейчас привет написал, ты видел видео? Этот? А, как я? Сколько нам еще раз на дудке песенку? У тебя прям хорошо получалось, я тебе скажу. Да. Ну вот это вот арфа твоя была. Арфа. Катя, ты супер, тебе пишут. Я буду подобно. Слушай, я же в 8 утра сначала вижу Давидика. Поэтому сначала в 8 утра Давидику, а потом тебе. А потом к Оскару, блядь. Если Оскар будет пропадать, то ему так всегда лучше делать. Я тебе, знаешь, что говорю, тебе надо с этим, с Инстаграмом тебе надо завязывать, у тебя талант, короче, большой в этой суете, тебе надо, короче... Слушай, ну я с тобой согласна, да, я с тобой согласна, реально, я достаю, как это называется? Я просто так хорошо умею на этом играть, что даже забыла, как это называется, инструмент. Как этот инструмент называется, ребята? Как эта фигня называется? Да? Трубка. Это не фигня, трубка. Это очень красиво. Трубка. Трубка мира. Трубка мира. Трубка мира. Нет. Блин, ну как называется? Труба. Нет, это не труба. Это Даги. Даги в Абу-Даби сейчас. Абу-Даги. Тебя Анастасия пишет, что у тебя глаза красивые. Нет, это не Даги, это чеченцы, еще раз повторяю. Дудка. У меня очень красивые глаза. Вот у них не такие красивые, как у меня. Вот они... Я красивая, они не очень. Ну да. Я тоже красивый. Как его? Кларнет. Не, ну сынок у меня очень красивый. Да. Кларнет. Кларнет это называется. Слышишь, что-то? А. Кларнет. Саксофон, точно, саксофон. Нет, это кларнет. Это саксофон. А ты узнаешь место? Ты узнаешь место? Я узнаю. Короче, вы скоро будете... Знаете, туда возьмите, пожалуйста, в Макдональдс с собой Осика и Эдика, а то они слишком худенькие. Мне кажется, мы такие жирные по сравнению с Осиком и Эдиком. Их тоже надо покормить. Оскар один раз только ко мне приехал, еще больше не приезжал. Ты тоже, кстати. Я тоже, да. Но у меня не было туда долго, я только приехала. Тебе простительно, Оскару нет. Да. Потому что Оскар на машине, а я нет. Вам и Гого. Поэтому Оскару не прощают. Ты понимаешь, что грузинский? А, грузинский, да. Тата. Значит, на грузинский урок пришел. На грузинский урок пришел? Рамзан вас порук. Скоро принят. А, ты что? А что он нас пугает, интересно? А куда ты где, кстати? Что-то поругает. А тебе пишут, Айзек, мальчик, отдай камеру другому, у него глаза красивые. А, да, Айзек. Пару слов. Пару слов. А Айзека еще последняя какая у него была? Ты разберись на твои подписчики. Смотрите, какая у него красивая бородавка, родинка, смотрите, какая у него красивая. Да не у тебя, мать. Твои подписчики меня обижают, смотри. Давайте в Питер. Это... О, в Питер, так вам, это вам... Оскар, ты уже выезжаешь? Питер, это тема очень. Слышишь? А. Че, когда увидимся? Слушай, я не знаю, сегодня Мне сейчас, если мне не надо будет сейчас выезжать песню записывать. Нет, точнее, наоборот, если, да, если не надо, я дома останусь. А если мне надо песню записывать, просто болеть, тогда я сейчас... Можно пойти, вы же там все равно, кстати, можно пойти на детскую площадку, чтобы Бэти поиграл. Вы там еще сколько будет? Вы домой во сколько они играют? Да нет, да, мы не дагестанцы, оставь, да, я тебе говорю. Они, мы просто все хасики. И не важно, какие. Мы просто чурки. Просто чурки. Я нас разделяю, там я один. Да, ты такая молодец, ты знаешь 5 языков, круто. Да. Базару нет. Бля, ты очень круто. О, знаешь что? Мы были в Москве позавчера. И там, короче, китайцы сидели. Короче, весь мост был в шоке, как я по-китайски разговариваю.
Не сало, да? А Женя, официант, вот это вторая, как зовут, не Женя, которая вторая такая темная, никак. Ну, не тебе, ты говоришь по-китайски, они все чуть не упали. Базара нет, могу. Слышишь? Они просто не в курсе были то, что у тебя много талантов. Тебя не слышно. Тебя не слышно. Вообще не слышно.